ритма, годы идут, а пока вот непонятно, почему это, собственно, никак не меняется. Великий город достоин красивой, чистой и прозрачной избирательной кампании. Я надеюсь, что это так и будет, заявила Панфилова на встрече с врио губернатора Петербурга Александром Беголовым. Но насколько прозрачным, чистой и красивой эта избирательная кампания получается, мы сейчас из первых уст узнаем наконец-то. Ко мне все вернулись, и я не чувствую себя вернулись. Итак, Сергей Еремеев, журналист издания ЗАГС.ру, пришел к нам рассказать вам про все фейковые очереди, друзья. Здравствуйте. Всем извините за задержку, пробки дорогу дальней. О, да. Итак, Сергей устроился в фейковую очередь в каком муниципалитете? На самом деле там это бригада работает с разными муниципалитетами. Мне говорили, что работа будет либо на территории Московского, либо на территории Петроградского района. Но я конкретно работал в тот день в МО «Гагаринская». Угу. А как ты нашел это объявление? Как я, ты устроился на работу? Я клянусь, пока вас не было, и я развлекала в одиночестве, то я скажу, что я немножко уже стала по памяти восстанавливать ваши публикации, Сергей, и расскажу, что социальные сети вам помогли в трудоустройстве, и выяснилось, что желающих таким образом трудоустроиться было немалое количество. Не совсем так. Так, тогда исправьте меня. Потому что, да, это мы нашли в соцсетях, но нашли не мы, а наши читатели. Потому что мы достаточно плотно освещаем эту муниципальную кампанию и все скандалы, связанные с ней. И кто-то из наших читателей подсказал, что вот есть подозрительное объявление, похоже, что по нему как раз нанимают людей в очереди. У нас был даже в редакции спор небольшой, кто должен идти. До драки не дошло, потому что нужны были парни, а из парней был я один свободен, и я, собственно, пошел. Так и разрешилось. И куда ты пошел? Как ты встретился с куратором этого всего? Что это? Был телефонный звонок. Я даже не ожидал, что этот звонок будет таким, что просто меня через минуту уже выложит все, что надо сидеть, задерживать кандидатов, которые там, как мне сказали, надо задерживать тех, кто действительно хочет пойти на выборы. И, ну, собственно, было два с ним телефонных звонка. Они у нас записаны на диктофон, все зафиксировано. И после этого мне прислали смс-кой. Я подтвердил свое согласие. Мне смс-кой прислали телефон человека, который будет на месте. Телефон, кстати, был неправильный или там какой-то недописанный. Но я очень все равно этого человека встретил. Там была толпа каких-то юных людей, одетых как какие-то, не знаю, околофутбольники. Вот. И вместе с ними один достаточно взрослый, статный мужчина. Я так понял, что это он и есть, и я не ошибся. Ну и все, а дальше пошло-поехало. Был небольшой инструктаж, после чего принялись за дело. То есть вы договорились по телефону, а потом сразу же приехали на место? По телефону вечером, а на место утром. Угу, то есть не было каких-то очных встреч там? Не-не-не, все инструкции, минимальные инструкции по телефону и дополнительные на месте. Угу. И чем ты занимался в этой подставной очереди? Зарегистрировался ли ты кандидатом? Ничем. Сидел, читал газету. Ну, мне дали папку. Что, вот, кстати, вот в тексте этого нет, поэтому я вас здесь дополню. Что характерно, там пришел человек, который раздавал всем папки. Там были такие слова, что у нас меняется легенда. Это мне уже на месте сказали. Теперь мы делаем вид, что не знакомы друг с другом. И пришел человек, принес нам всем папки. В папках якобы документы на выдвижение, потому что я работал раньше с редзаданиями в других муниципалитетах, и там часто люди предъявляли претензии к тем, кто стоит перед ними, что у вас даже документов нет, куда вы идете. Потому что люди действительно стоят в шортах, там, в майке, у них никаких сумок, ничего в руках нет. Занимают место. А здесь действительно нам раздали папки, и что характерно, папки у всех были разные. То есть они ни в одном магазине куплены. У кого-то бумажные, у кого-то пластиковые, у кого-то красный пластик, у кого-то белый, прозрачный. Серьезно подошли. Вот, да. Ну, раздали нам все эти папки. В папке лежала какая-то макулатура, там старые решения муниципального совета за 2018 год, какие-то приказы местные, отчеты. Некоторые даже с печатями были. Все ему гагаринское. Муниципальная газета зачем-то там у каждого причем лежала. Ну и потом мы поднялись. Собственно, я сидел, ждал. Читал эту муниципальную газету, смотрел по сторонам. Сергей, я правильно поняла, опять же, пока вас не было, я на это указала, вы меня поправьте, если я ошибаюсь, что в тот день, когда вы стояли в этой очереди, никто из кандидатов, реально желающих зарегистрироваться, которые были за вами, не успел попасть, или я ошибаюсь? Я понятия не имею, потому что я в очереди был пятым, всего было 10, по-моему, человек, этих фейковых. Я сидел, делал, ушел.
После меня оставался один мужчина реальный и еще один человек, который посмотрел на это все, сказал, ну, я понял, это цирк, я, может быть, вернусь через пару часов. Я не знаю, вернулся он или нет. Еще одна была девушка из Яблока, она... Просто у нее какой-то вопрос был, она зашла, ушла. Вот. Ну, на самом деле, я не знаю, почему бросили силы в МО Гагаринской, где уже заканчивалась регистрация и где почти все уже, кто хотел, пришел. Потому что там люди, которые сидели в очереди, они говорили, что, ну, вчера, позавчера все было нормально, а сегодня вдруг очередь появилась. И, ну, скорее всего, это из-за того, что там закрывалась регистрация. Там буквально предпоследний день был, когда я сидел, и, видимо, всех последних хотели отшить. А еще вопрос в отношении того, что будет дальше. Вообще вот как-то обсуждалось, но все-таки это, как я понимаю, нарушение законодательства. То есть люди, которые в этом участвуют, как-то ну, испытывают страх. Да ладно, стыд. Страх от неотвратимости наказания. Слушайте, я понятия не имею, если честно. И, ну, откровенно говоря, мне это не очень интересно, что они испытывают. Я могу вам сказать только то, что вечером того же дня, когда вышла публикация, ко мне обратились представители горосбиркома и попросили аудиозапись моих разговоров с человеком из ЭКМО, с председателем ЭКМО. Вот. Ну, как бы я по согласованию с редакцией эту аудиозапись предоставил. И на следующий день стал на заседании горосбиркома или где-то в кулуарах сказали, что они намерены направить обращение в прокуратуру с просьбой разобраться с этой ситуацией. Mm-hmm. Ну, видимо, запись их убедила. Но там очень сложно было не убедить, потому что там все четко слышно, что человек говорит и мне, и другим людям. Сколько стоит это удовольствие? Расценки такие в объявлении. Объявление, кстати, вот я хочу на это обратить внимание, там есть скрин, но, может быть, там не все обратили на это внимание. Оно от 20 числа и просят работать у станции метро «Звездная». То есть это другое место. Это, так, кстати, «Звездная», это вотчина депутата Тетердинг, хотел бы отметить. Это, да, ничего не значит, это просто так. Муниципальное образование «Звездная». Вот. То есть там тоже работали, похоже. И работа велась, ну, судя по всему, вот неделю, как минимум. Расценки, там в объявлении было написано 1000-2800, по телефону мне сказали 1500 и 500 рублей могут накинуть, если я себя как-то проявлю. Проявить можно следующим образом, вытолкать кого-нибудь, кто лезет без очереди, и объяснить ему хорошо на словах, что он не прав. Заработать сверхурочно, то есть да, остаться до 6 и позже. И, ну и, как там говорили, если ты просто будешь четко там себя хорошо разговаривать, там осекать тех, кто там пытается зайти, там тебя еще позовут и могут денег накинуть. Премии такие за насилие, да. Премия за насилие, в том числе вербальная. Я помню, у тебя очень интересно состоялся разговор с председателем ЭКМО. Да, я хочу опять-таки отметить, что не все... Не все разговоры и не весь разговор мой с ним запечатлен в этом тексте. Мы как-то пытались акцентировать внимание на самом интересном, но, возможно, там другие какие-то реплики тоже были не безинтересны, но мы как бы решили их, ладно, упустить. А разговор, да, он очень громко говорил о том, что так, принимаем документы, так, пишем, как ваша фамилия. При этом я сказал, у меня паспорта нет. Он говорит, не страшно, просто назови фамилию. Вы сидели вдвоем одни в кабинете. Да, да, ага. Да. И шепотом меня спрашивал, типа, сколько людей еще осталось там, а что там, то. Ну, я ему тоже шепотом задавал вопросы. Не посадит ли нас, он говорил, вот что типа... Вот как раз не... об отношении страха. Он говорил, да не бойся, да, да что, мы же ничего не нарушаем, мы же просто сидим. А, то есть, в общем, мы же ничего не делаем, мы сидим. Нарушений нет. Ага. Хорошо, понятно. Превосходно. Ну, покажи, где деньги-то, которые ты заработал? Деньги я решил не брать. Почему? Деньги, вот я про схему оплаты тоже там, наверное, надо сказать. После того, как ты все сделал, ты выходишь из муниципалитета, звонишь человеку, с которым изначально связывался, говоришь, я все сделал, и отправляешь ему там номер телефона или карточки, и он тебе закидывает эти 1500 рублей. Ну, на самом деле, у меня были аргументы и за, и против того, чтобы брать деньги. Даже была мысль взять эти деньги и перечислить на избирательный счет кому-нибудь, кто сидел в очереди за мной, ну, как бы, чтобы очиститься. Но в итоге аргументы против пересилили, и на самом деле, когда я вышел, у меня какая-то чуйка сработала, что, типа, не надо брать деньги. Внутренний голос подсказал, и я решил, что да, наверное, все-таки не стоит. Ну, вообще, да, был случай же с журналистом Денисом Коротковым на выборах, если не изменяет, 16-го года в ЗАГС Собрание. Он
поучаствовал в карусели. Там наклеивали специальные наклеечки на паспорт, чтобы комиссия видела, и ты мог голосовать сколько угодно. Он получил эту наклеечку, рассказал об этом на Фонтанке, Фонтанка.ру, и на него хотели возбудить уголовное дело за фальсификацию выборов. Еле-еле отбили Дениса Короткова. Поэтому, на самом деле, с одной стороны, если бы ты получил деньги, конечно, у тебя были бы неопровержимые доказательства. А какие неопровержимые? Такие? 4 последних номера банковской карточки и имя, отчество человека, который отправил? Это у тебя. Но вообще, если бы мы жили в параллельном мире, то органы могли бы запросить информацию в банке по транзакции. Вообще, на самом деле, вот эти транзакции это настолько открыты, действительно, да, мы говорим о том, что это не где-то там в конверте в серая схема, абсолютно открытая схема, которая может помочь дойти до... То есть у тебя были бы, да, переговоры в начале, там уже в потом, тексте столько информации и столько еще можно запросто найти с помощью Гугла, что как бы это даже не обязательно. Если захотят, то найдут очень многое, я считаю так. А находил ли ты подобное объявление еще, кроме этого? Ох, много нет, ли их? Нет, но я особо и не искал, я особо и не запаривался. Просто как бы нам прислали, нам показалось интересно, мы решили это отработать. Но мне кажется, если постараться, то еще есть возможность что-то найти. Кстати, это был в какой-то там специальной группе в ВКонтакте или... На стене у человека это было. Ага. Все очень просто. Хочу сказать, что сейчас в Черной речке, в муниципальном образовании, они там продлили сроки приема документов, и там с 4:30 утра сегодня уже эти подставные очереди стоят, настоящие кандидаты об этом сообщают в своих социальных сетях. Все по-прежнему, то есть это идет везде, в 5 муниципалитетах продлили. Об этом нам пишут уже в YouTube-трансляции, что вот все продлили, а ничего не изменилось. И вот там была реплика у двух людей, старшие, которые были в этой группе, они обсуждали выборы, и один другому говорит, ну вот там ЦИК хочет продлить время подачи документов, и другой говорит, отлично, еще поработаем. Вот, видимо, зачем продлили. Ну, да, понятно. Хотя трудно работать в муниципалитете Екатеринговске, например, где вчера объявили угрозу теракта. Невозможно работать. Вообще не мешают работать. Кричат. Кричат, вопят, отцепляют здание. Руками размахивают. Вот. На самом деле, да, полный беспредел творится с этим совсем. И непонятно, будут ли отменять выборы, как того обещала Элла Памфилова, глава Центра избиркома. Ну, я думаю, что посмотрим дальше. Вот запросили же у вас горосбиркома эту запись. Поэтому я думаю, что все это еще будет развиваться, и до 8 сентября еще есть время для того, чтобы какие-то решения вынести. Все-таки отменять выборы, на самом деле, это тоже отдельный вопрос. Я помню, что мы это обсуждали, и в газете «Ведомости», по-моему, за пятницу там электоральный юрист говорит о том, что а вообще на самом деле есть ли право у горосбиркома, у центра избиркома отменять назначенные выборы. Это есть мнение, что есть возможность отменить итоги выборов. Другой вопрос. Это уже, тогда, получается, нужно затратить определенное количество средств на проведение выборов, итоги которых заранее известно, придется отменить. Но тоже, в общем, не очень понятная история. У нас время уже переходить к культурным новостям, да. А на YouTube мы остаемся и поговорим еще. И вернемся через пару минут. Сейчас я тут верну все. Как... Если я... А уже должно же быть все нормально, да? Все работает у нас YouTube? Да. Я просто не трогала ничего. У нас не шел эфир в YouTube. Ну ладно. Ну хорошо. Мы остаемся в YouTube, все. Подожди, сейчас нас слышно? Да, итоге, нас сейчас, да? Должно слышно быть. В общем, да. Друзья, если у вас какие-то еще вопросы остались к Сергею Еремееву, журналисту ZAGS.ru, вы задавайте, как устроиться на работу, постоять в фейковой очереди. Вообще, какие новости муниципальной компании, чем поделишься? Потому что я... Хорошо знаю ZAGS.ru, они пишут очень много о муниципальных выборах, вообще о политике. Что на сегодняшний день происходит в Петербурге? Скажи, пожалуйста. Ситуация... Доложи. Ситуация развивается практически каждый час. И вот пока мы здесь с вами общаемся, уже наверняка какие-нибудь более актуальные новости появились, чем то, что я могу вам рассказать. На выходных так получилось, что я немного выпадал. Я как бы был не на работе и следил одним глазом там в Твиттере то, что люди пишут. Но были вот эти скандальные... стояние ОМО Екатеринговский, стояние, потому что кандидатов туда уже который день не пускали, и не только кандидатов, представителей горосбиркома, депутатов Заксобрания, и не только в ОМО Екатеринговский, там были в ОМО Самсоневский, интересные события, где там люди перекрывали в знак протеста дорогу, их задержали после этого. Ну, вроде отпустили, кстати, уже, у них будет суд 3 июля, кстати говоря. Ага.
3 июня суд по Самсоневски. Июля. Да, 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 ну, да, июля, да. Июля. По Самсоневски, и сегодня будет суд еще по задержанному в Екатеринговском. Да, там задержали активиста Федора Горожанко и Красимира Вранский, известного общественного деятеля, который там был как журналист. Как журналист от наблюдателей Петербурга. Не знаю, кто читает наблюдатели Петербурга, кроме нас всех, но он был журналистом официально по всем бумагам и корочкам. И да. К другим муниципалитетам. Да-да-да. В мире животных. В Черной речке уже был упомянут МО «Черная речка», там тоже кандидаты ночуют у дверей муниципалитета, пытаются пробиться, и их там, как они говорят, я там не был еще пока, одни и те же люди постоянно стоят в очередях, из-за которых они не могут попасть. Интересная ситуация в МО «Академическая», где очень... Не забудем отметить, что в «Черная речка» это главный муниципалитет Вячеслава Макарова, спикера. И про уши МО «Академическая» тогда не забудем. Обязательно. Так вот. Там вообще там очень активны в социальных сетях местные муниципальные депутаты. У них есть группа ВКонтакте «МО Академическая», где они выпускают текстовые, а теперь еще и видеообращения о том, что фейковые очереди устраивают кандидаты от партии «Справедливая Россия», которые сами с трудом попали и их самих с трудом приняли. И что все дестабилизируют обстановку в ЭКМО и устраивают фейковые очереди. На самом деле они, а не депутат местный, который прошел одним из первых. То есть факт фейковых очередей не отрицается. Просто вопрос да, только, да, кто да. организатор остается. Ага. Вот. Волшебно. Ну и самое главное про ЭМО Академию. Ну и вопрос, кто в этой очереди стоит. То есть они-то говорят, это нормальные кандидаты, а вот сзади в хвосте это фейковые стоят. Видимо, так. Вот, понятно. И бузатерят там. ЭМО Академическое находится под мягким крылом вице-спикера Анатолия Расчески-Дроздова. Не могу не уточнить. Да, он тоже участвовал в некоторых событиях, которые там были, приезжал. На погоду сейчас уйдем и обсудим хорошо, дальше. Хорошо, хорошо. Итак, за окном теплее чуть-чуть стало, никак мне не загружается. Да, 21 градус, но я просто чувствую, здесь в студии, что там уже теплее. И ветер поменялся, Сережа, ты будешь да? радоваться западный с западного на южный. Все. Все, поэтому южный ветер, и он стал, в общем, менее сильный, 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 58%. В остальном все, в общем, по-прежнему до плюс 25, и днем местами кратковременный дождь и гроза. Да, солнце взошло сегодня в 3:38, а зайдет в 22:26. Луна, если кого-то это волнует, убывающая. Так что, поклонники Луны, делайте свои прогнозы. Да, спасибо большое. Мы с вами сегодня прощаемся, да. Но продолжим. Мы продолжим в Ютубе. Да, с вами были Сергей Кагермазов, Александр Петровский, наш гость, журналист ZAGS.ru, издание Сергей Еремеев. Мы остаемся в Ютубе, а с радиослушателями мы прощаемся. Да, всего хорошего, хорошего дня. Эфир хорошей в Москве, недели. В Петербурге продолжается. Все, так. Ну, мы остаемся в Ютубе, да, ничего нам выкручивать не надо. Мы остановились на... Академическое. Да. Где были, ну, знаешь, это мне напоминает какую-то Илиаду, где герои воюют друг с другом, там приезжают, и у них там какие-то столкновения. И также боги рядом, у них свои столкновения. А-а-а. И там помимо рядовых каких-то людей, которые хотят стать муниципальными депутатами, приезжали депутаты ЗАГС Собрания, члены ЦИК и тоже между собой у них были какие-то там, ну, чисто условные конфронтации, но тем не менее там как бои на нескольких уровнях велись за право там всем зарегистрироваться. Но в итоге все оказалось просто, и зарегистрировались все желающие после того, как приехала комиссия из гор и центр избиркомов. Все-таки, на твой взгляд, вот эти все, мы тут расспрашивали и политических всяких активистов, все эти циковские и гиковские потуги, они полезны? Или это ширма какая-то, как тебе кажется? Вот что ты наблюдаешь? Ну, я наблюдаю, что... Ну, вот видишь, опять тоже МО академическое. Там эсеры стояли почти двое суток, и их просто там под разными предлогами. То есть они приходят, там, знаешь, как в анекдоте, почему в шапке, почему без шапки. Они приходят, у вас в списке нет. Они заносят себя в списки, на них очередь заканчивается, они приходят на следующий день, там открывают 85 муниципалитет, там уже внутри очередь сидит, которая с черного входа зашла. Они говорят, вот мы в списке первые. Они говорят, какой список, нам плевать на ваш список. Да. И вот каждый день у них вот такие вот новые. Но тем не менее, пытаются же как с этим бороться. И заявление центра избиркома, и горосбирком подает в следственные органы заявление. А вот я к этому и веду, что потом приезжает центр избирком, наводит шороху, и тут же
местная администрация оправдывается в соцсетях. Да, они там перекладывают ответственность на своих оппонентов, но тем не менее они хотя бы это пишут и тут же всех принимают. Ну, то есть, то есть работает. Да. То, что как бы они какой-то вес имеют хоть где-то. И в отдельных муниципалитетах действительно видно, что они приезжают, начинают суетиться и всех принимать. Или быстрее принимать. Да даже то, что вот мой случай, то, что я там был, то, что эти папочки раздают, то, что там какие-то инструктажи, даже то, что нас принимали 25 минут, это следствие того, что ну, приезжают и интересуются люди свыше. Потому что я был в других муниципалитетах, там по 45 минут по часу сидят люди. А у нас строго, вот прям как по часам, 25 минут следующий. Ну и еще момент, получается, что в целом в этом году муниципальная компания становится как-то, ну, не знаю сказать, интереснее, но явно больше привлекает внимание, чем даже губернаторская. Ну, очевидно, да? Слушай, тут, очевидно, все снимают, фотографируют все. Ну, что, нет, губернаторская, она понятна, она идет по президентскому сценарию, когда все отсечены кандидаты, поэтому скучновато. А вот, кстати говоря, сейчас смотрю Твиттер, в Черной речке приехала полиция, всех выгнала из подъезда, где находится избирательная комиссия, при этом подставные кандидаты оккупировали дверь в парадную, выталкивают нормальных, и все. Ну, я же говорил, вот что прямо в эти минуты Черная речка, наверняка, что-то происходит. Мне кажется, за ними надо будет сегодня следить, там будет что-то интересное, потому что там, насколько я знаю, уже не первый день и не первая ночь кандидаты просто дежурят, чтобы хоть как-то попасть. Там. А еще вопрос, почему именно эти муниципальные образования? Вот, ну, не все же, муниципальных образований много, а проблемных все-таки ограниченное количество. Есть понимание, почему конкретно эти? Ну, я не буду делать какие-то голословные утверждения, все-таки это надо провести, опять-таки, какую-то работу, чтобы сделать выводы. Ну, пофантазируем. Я считаю, что это волюнтаризм местных властей, местных избирательных комиссий. То есть конкретно и... там вот оказалось... Нет, я это не сказал. Я сказал, что это их волюнтаризм, но неизвестно, по их этой инициативе или по инициативе тех, кто их туда поставил, скажем так. На самом деле все еще проще, мне кажется, если мы проанализируем, что это за муниципалитеты и кто за ними стоят. Черная речка, да, спикер Макаров, главный единорос, все понятно. Берем Екатеринговская, там вице-спикер Соловьев Сергей, соответственно, одна из рук, там уж правых или левых, или крыльев нашего спикера, единорос. Вот, там про него еще можно долго рассказывать, нам эфиров не хватит. Берем Академическая, да, как мы уже сказали. Второй вице-спикер, но, Дроздов. Но, тем не менее, вообще Единая Россия имеет большинство в муниципализации. Да. Единороссы везде, и они все под другими единороссами. Вот в чем вопрос. Вот и это волюнтаризм отдельных единороссов. Да, вот в чем вопрос. Но они покрываются. То есть, если, ну, я так считаю. Конкретно эти муниципалитеты, почему? Потому что там... В целом ситуация понятная. Не, ну да, смотри, Саша, за ними стоят серьезные люди, и там развелось серьезное жульничество, поэтому мошенничество за все эти годы. Соответственно, по ним бьют оппозиционные кандидаты, потому что они борются там, где, да, вопиющие какие-то случаи воровства. А они встретили, так сказать, достойных соперников в плане мощи своей. Вот, собственно, и все. Я не знаю, какие вот еще... Можно муниципалитет. А, вот муниципалитет Сергиевская, бывшая Парнас. Все очень просто. Депутат Госдумы Евгений Марченко, бывший депутат Петербургского который парламента. Который заступается за ИКМО и говорит, горосберком не лезь, они сами решают, сколько им работать. Да, буквально. Вот. А Марченко тоже известная совершенно фигура, про него тоже очень много было сказано, можно много рассказать. То есть вопросов никаких вот у меня, например, нет, но я готов поделиться своими знаниями. Все, вот тут никаких сомнений. Это понятно, но вопрос в том, что другие муниципалитеты, там тоже единороссы, они под другими единороссами, и те ведут себя приличнее. Не такие крутые просто, как, ну, видимо, эти. Да. То есть, тут очевидно, я крутые не знаю, ребята. Я не знаю, где у тебя есть весы измерения крутости. В должностях и мандатах. У этот депутат Госдумы, эти вице-спикеры два и спикер. Конечно, у них больше рычагов влияния. Ну и в конце концов, если вот в Екатеринговском полиция, как я считаю, покрывает то, что там происходит, это вот события выходных показали, ну ясно, что тут надо столько занести или такие связи надо иметь, что быть как минимум вице-спикером Петербургского парламента или выше. Ну, не может простой депутат какой-нибудь, я не знаю, Ваймер из курортного района, не бедный человек, не последний, но вот так вот всем командовать. Надо иметь вес. Вот. Ну и я, к сожалению, забыл, да, не помнишь, Сергей, до которого продлили числа прием документов примерно? Не помнишь? Сколько нам за этим наблюдать еще? Ну, недельку, да, мы будем наблюдать? По-моему, 10 дней. Ну, то есть... вот там, где продлили, 10 дней. Да.
Ну, то есть, вот еще вот на этой неделе. Ну, и плюс там в отдельных муниципалитетах устанавливали, исходя из фактической даты объявления выборов. То есть, угу. Это как-то вариативно. Ну, на какой срок? Дней на 10, да? Примерно. Там, в общем... Ну, вот настолько на эту разницу, по-моему, открывали. То есть, если там они объявили 10-го, а все узнали об этом 15-го, то на 5 дней. Если я не ошибаюсь. Но где-то какие-то 10, там, цифры 10 я слышал точно. Отлично, нам будет о чем рассказывать всю неделю, будут новости. Ну да, давай завершаем сегодня. Да, да, вот мне еще мучить вас сегодня, друзья, новостями. Тоже надо подойти подготовиться. Спасибо. Вот. Спасибо нам, спасибо вам, спасибо, Сергей. Спасибо. Спасибо вам, что позвали. Да, спасибо слушателям и зрителям. Супер. Вот, мы тогда отключаемся. Сейчас все Саша выключит. Последнее, прости, и будем обсуждать все.